Трагедия на Студенке. Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу на рассвете. Около 3 часов автомашина «Волга Сайбер», двигавшаяся со стороны Золотых Ворот, вылетела за пределы проезжей части и врезалась в столб линии электропередач. В машине находилось 4 человека, 2 девушки, сидевшие на заднем сидении, и 2 парня, один из которых был за рулем. Именно он, по предварительным данным, является виновником аварии, поскольку не выбрал безопасную скорость движения. Причем сам водитель не пострадал, а вот 3 его пассажирам повезло меньше. Одну девушку спасти не удалось. В результате данного дорожно-транспортного происшествия 3 пассажиров, молодой человек и 2 девушки, получили серьезные телесные повреждения. Одна девушка скончалась на месте дорожно-транспортного происшествия. Про погибшую девушку-пассажирку пока мало что известно. Ее личность устанавливается. По данному ДТП сейчас проводится расследование. У водителя произведен забор крови. Медики должны дать ответ на вопрос, был ли находившийся за рулем в момент совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения.